принтера, я курс. Да, пошурши еще, пожалуйста. Банан, давай. На голову пустим банан. Как бы занят, меня не убьют, я не умираю. Бомж пинает бомжей, проверяет. Я, ё-моё, шёл это, а меня у Карима на карте банят. Я понял. Вова, я, короче, как раз у Карима заходил, короче, играть на карте. А у него есть, ну, там, 3 или 4 сервака выходят. И на всех них меня забанили за счета, типа, 75 на 8 или что-то такое. Последний раз играл 75 на 20 всего лишь, и меня забанили. Нормально. Не, я получил бан, потому что я не могу. Кидай гранату, чтобы было. Они заходят и взрывают пацаны. Моя птичка у меня! Зато ты кто-то крючок стоял. Зато призрак полол. Из-за кого? Я за... Америку. Нет? А, Юсня? Еее! Я понял, я угадал. Угадал, когда я его снимал, да? Найс. Нет, мне это выжил. Одновременно. Нет. Я сказал, я за Юсню, и потом такой за Америку. Нет. Да. Да ты... Знаешь, что иди. Я сказал одновременно с тобой, но... Пожалуйста, ну проехал вообще. Ты зашел ко мне в отряд? Все, я зашел к тебе в отряд. Блять, еще нарашиваем волосы и кажется, что 50 штук. Просто берешь и стулится. А, что-то не так. Хочу Егора обознать по ревайву. А, блин, займа сафи. А, лол, я не могу попасть. Отдаю гранату! Нафиг ты видел меня. Клешки. А, тут ревайвы. Тут ревайвы. На 20 гранат. У меня еще камера так весело была, я не видел, где она сверху просто на меня смотрела, типа. Не убиваю. На улице там уже есть. Да блин, я не могу заимить, я не играл 2 дня. Там бежит, там ем, да, вот тут. Может мне ревайвен файт, там рядом, да, на 20 прогрессии. Первая помощь, набирай! Ботан! Ой, блядь. Кирега, ну я ж... Ой, меня проходит, а... Да я уже себе даже контакт поставил, Рега, оно все равно не работает. Что-то я это... Вот кидает на чуваку, да, ёбан. Достаточно, да, я бы не заказывал. Что-то я слишком часто ожидал. А он лежит, у него тут еще ему в плечи только стрелял. Там вдалеке лежат двое вон. Да.
как он здесь оказался вообще? Да что такое? Ага. Живу наливаю. Что там, ротация. Он Шанхай? Или что? Я не знаю, Шанхай 400% сейчас поставит, будет весело. Что там у тебя за эмблемка? Халихак 99,8? Голодный, голодный. Ты, знаешь, такая эмблемка только у одного чувака есть. По крайней мере, только у одного чувака видел ее. У кого? Который Unstep. Unstep? You have been kicked, do it to play, блядь. Да, такая же фигня. Мол, чё? Ты вспоминала, сколько вы не общались, или чё? Да. У нас лошадь президента идёт. Кто? Мы прогрессивная страна. Ладно, у меня, короче, тогда... Короче, у меня как Советский Союз, это когда Брежнев был. Что, все педики целуются или что? Не-не-не, просто ничего, вот просто ничего. Сижу, время трения в БФ-3 катаю, а сейчас в БФ-4 зашел. Ты за кого? Я за Юсню. Я за СССР. А. Не та игра, не та игра. Надо было сказать пропущено. А чё, может за Китай перейдем? Там ударка у нас летает. А чё, надо обязательно на вертолёте катать? Ну, мне да. Я пришел за Китай. Только что потеряли контроль над целью Дэнса. Арио, чё, пойдёшь за Собчак голосовать? Пойдём. За Гордон. Знаешь, что Гордон тоже разделил нас? Кто? Гордон. У тебя есть дикции плохо, я не понимаю. Что... Гордон! Да сам ты Гордон. Гордон! Я не знаю, кто это. Гордон Фриман? Гордон Фриман. Это баба, актриса. А, я понял, я видел на Лентаче. Ну такое. Кто я? А кто я? Гордон. Ты Гордон. Один из солдат помечен противника с кармана. Будешь реалкой, Пайпер респектует. Да. Так а чё, Невельного-то допустят или нет? Не знаю. На самом деле, если в этом туре будет Навальный, это не то голосовал. Не проголосовал или проголосовал? Не проголосовал. Если будет достать недостатку у него, а вот в том туре проголосовал. Проголосовал, да. В чём логика? Чтобы в том туре голосовать за кандидата, хочет еще. Первым, почему? А первым за кого будешь? Смотри, что там будет по кандидатам. Ай, рейдж. Я от нейтрализировать Навальным скатился до негатива. У него нет политики внятной. Ну да, у него политики нет внятной, действия непонятные. Еще раз стрим игровой. Ты ж был, как он ростый вчера провел по Атланту? Да, но я не смотрел. Зачем? Ну чё, дебил? Я тоже не смотрел. Типа, знаешь, вот эта вся политика, типа, на молодёжь, это, конечно, с одной стороны прикольно, но с другой стороны перебарщиваю. Ты... Причем очень сильно перебарщиваю. Приходи в десятку, там. Агитируй там. Через... Вот ты избиратель. Работай через... на опережение. Да, через лет 15 он добьётся своего. Да. И я только зашли на сервер, уже важная цель. Спасибо. На крышке есть, Вань. По реке. Завезли, нет? Осуществлена выброска снабжения. Забирайте, когда сможете. Идите, Жанел! Да вот. Наблюдаем вражескую машину. Севернее ваши позиции. Да,
знаю, но у меня в четверке. Что это за пересадка? Зачем пересаживаться? Он показывает, что он подходит. Мы нейтрализовали сэр Чарли. Я не могу вообще прицелиться после перерыва. Саша, я панч придумал. Мы только что нейтрализовали сайт-правду. Здравствуй. Что тебе эту девушку? Можно? Можно ли он там еще? Короче, мне кажется, то, что до 19 года вас ничего не выйдет. Так что если я приеду, точнее, когда я приеду, тебе точно перепадет, не переживай. Чувак, я тебя разочарую. Панч должен быть смешным. Короче, вот когда ты рассказал, да, вот концов, люди должны смеяться, понимаешь? Что мне не и нравится что? Эта фото. Нормальный панч, не надо. Берега. Он не дошел просто, знаешь? Вы не поняли. А нет, я не выпускал. А у тебя самой иронии нет. Я так подумал. В 19 году с ней не перепадет, а мне будет убежать в норгу. У тебя она уже была. Это да. И причем еще до девушки твоей. Слышишь? Вот, видишь, вот это панчлайн, понимаешь? Я тебе просто показываю. Так есть дырка, только не в мозгу, в этом, во рту. Ты не понял, Вова. Должно быть смешно не только тебе, понимаешь? Ладно, это было гадно. Не могу сказать конечно, того же о твоих шутках. Вот там, Вань, смотри, там у них на 10 месте пака почти что. 1-13. На 9. Ну это первый Сань уровень, я не 113 уровень, понимаешь? Вообще это... Ну папер играет на первый, так что нормально. Мне кажется, у него что-то с чувством юмора плохо. Но он смеется над несмешными шутками все время. Ты захлебнулся там водой или ты кашляешь водой или что-то с тобой? Сказал, чем он захлебнулся. Первый. Еще одно важное правило, короче, шутку объяснять не надо, понимаешь? Она не становится смешнее от этого. Ваня кекнул, не пизди. Ваня кекнул, когда у нас летело три стингера. Опа, куточка. Под джин взяли. У меня маме что-то в руках купить. Смазку, супербанк. То чужие гениталии. Твои только, Саша. О, кстати, в него сейчас летело. Цель Альфа захвачена. Нет, они адилы. Что, те, что другие, я понял. Не, наши меньшие адилы, сами. У них совсем просто конченые. Нельзя в так кончено играть, ну серьезно. О, вот ты Адила. Вова шарит или нет? Что я хотел? Что?
Ты знаешь, что такое Адил? Адил? Нет. Вот я знаю, магазин не додел. Ты Адил, Вова. Это Адил. А чё ударками? А, это кровь там была? Обнаружил вражескую вертушку. Наша слилась, по-моему, она разбилась. Наша... Не, я думал, они никуда зарегтили, что там такие один из них. Да кто-то пришел ждать удар, пусть. Проф, КСА какой-то. На бомжа не очередной. Тут же двое. Сауди Airlines. А, я помню этого чувака, лол, мы еще урегтили. Классный ник. Saudi Airlines. Пещерночки. Как рога берут, нагибают. Вау, ты прикинь, смотри, как царапин. Графия. Можно брать и обмазываться. Да, такие четкие. Как тебе видос эти, педик? Я его посмотрел одним из первых, я чем его посмотрел? Восьмой. Ну, молодец. Мне пофиг. Ты конструктив там. Всем бойцам! Ну, блядь, чё, вы найдете точку для атаки у себя на карте. Прием! Знаешь, чё тут? Мне, ну, есть такая, да, и пусть. Блин, я его хотел брать, а сейчас такой, чё-то не, спасибо. Я думал, они исправили эту хрень с тупыми ботами, а нет, ещё хуже стало. Это неисправимая хуйня, наверное. Не, еще хуже стало, просто типа во второй части они были более-менее нормальные. Мы только что заходим. О, атаковать эту цель! Да, я понял. Пилот? Наружу! Я на пилот не вылезет. Забирайте, когда сможете. Зачем ты меня хотел убить? Тебя хотел убить. Нет. Эй, парни, сейчас замочу ублюдка! Блин, сраные арабы, я ненавижу араб. Я как бы не расист, но они тебя тоже не любят на самом деле. Блин, ой, они да. Конченые просто. Они все вот ни одного нормального дизастер араба не араб, кстати. А? Кто араб? Дизастер. Ну я знаю, да, чё. Я в сортах говна не разбираюсь, как бы. Араб. Ой, араб. Да. Ага, поэтому шаришь. В смысле? Да не, ничего, Саш. Я просто видел мем. Да. Я видел мем. Да. Что? Да. Хорошо, понятно. Ты, молодец, я оправдывайся. Ты просто педик. Не, это скинхед, мамкин нацист, да, ненавидит евреев. Слушай, что он. Не, я видел мем, короче, типа, знаешь, что-то там. Да, послушай. Типа, это оценивают этот батл как Россия против Америки, а этот еврей, короче, Оксимирон, а этот араб. Пиздец, первый не мог там. Саш, не сильно нравится. Что? Не стыдно врать? Ты разборчивый, скажи, я не слышу. Ты услышал, братан. Не стыдно врать. Что? Ты тупой. Не стыдно врать, а? Ты тупой? Да, ты тупой. Да бля. Молодец, классная политика. Прямо хера. Такие же адекватные действия. Сейчас обидно было, да, Саша? Да я не услышал. Меня или Ваню? И тебя. Такие же адекватные действия, как у Лера. Тебя. Ну да. Я думал, тебе будет обидно. Я просто понимаю, что хуже некуда, так что... Да. Поздравляю с черным поясом. Моя же шутка, ты шутишь моей же шуткой, да, гениально, просто аплодисмент. Ну давай повесим, чувак, окей, хорошо. Я понял, что не хочешь. Окей, да. Да и не тебе. Слышь. С тобой даже Лера не разговаривает, о чём ты. Я... Не уже не думаешь, ой, что зовут, я забыл. Как что зовут? Я тебе не скажу. Слушай, удачи.
давай, Серёж. Ну, конченые рабы просто. Будь здоров. Апчхи, анчхайп. Заходи ко мне. Так, я очень... Лорд сервер, Вань. Да, мне заходи. Лорд, там в кой? Ну, по мне, короче, все, я захожу, может, по мне. Я думал, лорд. Классный мем. Это годно. Прессер. Они все смешные. Хорошо, хоть не разваливаются. Картинка на пикселе. Прочитал на телефоне мем Прессер, телефон развалился. Главное, что не разваливается. Чуваки из Гиблями фармят. Хитман. О, что-то знакомый ник. Может, он твой? Потом соскажу, что это было не шутка. Ну это было не шутка. Я рвался совсем плохо. Ха-ха. Это было шутка. А что за бейзрейп, я не понял. Это что за говно? Ну я не знаю, но он как бы просто пролетел мимо такой, типа, здрасте. Не, он не бейзрэпит, нормально, все. Пока. Но он так, он типа, он просто резко мимо такой пролетел, прочекал и улетел. Чекал, что кто-то ждет, да. Угу. Я не знаю, будет сейчас. Тут тоже фулл кап, это тоже не в нашу пользу. Ой, а эти пидор. Что, на него подписан, что ли? Кто? Ты. Я его голос знаю. А, это Ваня, что ли, историю смотрит? Да, слышно. Просто она не пропорная группичка, а я не угадал. Я бы то и все видео с этим педиком. Знаете, мне всегда. Я за Китай. Я только взлетел, уже две наводки, ну кому? Люди это нахуй подготовлены. Они подготовлены, пещер, да, уже. Сквад, давай. Я перекладываю. Как можно перекладывать сквад, Вань? Ну я два раза нажал. Мой наводочек подъехал. Давай, вперед! Хочу сейчас. Но он что-то знает. Ну, давай постреляй еще ты под себя. Ну и ты выстрелил его под себя. Я его выстрелил вперед. Делишь. Мне нравится такой... Какой зеленый тоже купил? На малом есть. Канашку зарежем.
Все, никому не тяжело убил. Ну да, да, конечно. Да. Чувак, который отдал. Дарка есть. Где он? Все, у нас ваши позиции, легкий противник противника. Да, по-моему, ну, сейчас будет, ну, сет свич. С этим, наверное, да. Точнее, без. Они ее ставят очень по таймингам, просто ставят, когда ты пролетаешь пилу, и она сразу же работает, нет никакого кулдауна. Там удар как-то стало. Чувак, чувак отчаялся и вывышки поставил. Да не. Зарегала, да? Нет, мало. Просто
Альфа есть. Мы сейчас запомним этот мудал. Чё, я задоджил или чё? Ну чё, не помните этот мудал? А, патроны кончились. Серьезно? Откуда? True фермеры играют на КД, Вань. Они на победу команды. Вообще надо сжечь просто. Стрелять. Сжечь. Всем привет, как вы сидели рейдера. Я вас не люблю. Вот надо сжечь. Как стрелять? Там гидрик и танк. Зарегала по танку. Мы только что не проминовали цель Дейта. В смысле, я 72 дал. И он не выведен из строя. Сейчас 22 ему еще дал. У тебя не зарегала, мать. Можно зарегала, я не знаю. Я просто из него выходил, я уже. Ну так, а что ты? Я током туры могу попадать. Да я понял, у меня нет патронов. Ночью еще нагадит, цепь пусть отбывает, ну конечно. Ну ничего, не пойдет, типа, вы играете, то что не говорите. А что он говорит? Говорим, ты сидишь, молчишь мимо. Ты имей руку. Это этого... Отключен, так что? Ладно, давай, короче. Давай, пока. Давай, пока.
Давай ты кинь, попробуй я. Сейчас. Я его через перед заходить. Я бежал за перед, напомню, что получилось. Я просто на базу взял, но никто не хочет нападать. Алло. Алло. Тут? Алло. Алло. Давай так, короче, мне лень перенастраивать. Ну, я не знаю, я не проверю, если я проверю, и меня выкинет из игры. А, ну понятно, ладно. Давай так, чё. Пофиг, здесь более-менее нормальный мы звук. Мы так первый час играем. Подкрутка не на нашей стороне. Ага. Надеюсь, хоть сядет. Оп. Так. Начало нормально. Корова, Вань. Я отлетел. Пошел. Ехали. Дарка на Б уже. Дарка на Б. Я напомню. Двое. Наблюдаем тяжелую технику противника. К востоку от вас.
Да что у них там? Ушел не гонки, жил в мел. Ушел не гонки, жил в мел.
район, выбери танк. Ну, мало, мало, мало. Малый танк. Я понял. Блять, так угло в разрезке. Я корова зафармит. Да, он так летает, что он. Да почему? Пулемет это в отличие от ракет, они могут вперед смотреть. Причем оба одновременно. А честно, это не надо. Там кто-то ждет у нас. Как поднять бабла? Куда нажать? Че ты так, ты такой? Мы захватили Чарли. Первый раз вижу. Он же не выживет в этом мире. Эх, Стингерас. А Азина, ты-то пора. Я не сделал. Мы потеряли контроль над целью Эхо. Прикольно, давай. Ты его убил? Ну, блядь. Я его убил? Да. Потому что я его... Ну, он не... Ну, ладно. Не выжил. Thank you.
нахуй. Вылезти этот пидор, блядь. Ази на три топора. Блядь, не, насколько же... Не, вот насколько же, блядь, надо... Блядь... Иметь широкое очко, чтобы продавать его, блядь, казино. Причем, ладно, какой-нибудь, блядь, сайт это делал, который... Блядь, еще один есть, например. Ну иди танкуй, тракторист, ну чё тебе здесь надо? Интересно, сколько мы заплатили за эту рекламу. Чувак, ты слушал этот трек? Там нет, похоже. Не слушал. Он сам по себе зашквар, да? Ну да, там как бы... Блядь, кому-то же нравится спасать. Давай на это левое оставим. Чтоб не Вся суть этой игры, нахуй. Просто. Вся, блядь, суть этой игры. Просто ты ВБАК, и какой-то бомж тебе убивает свой ВВХ. Что наша корова делает? Должна наебать, только есть там реальные... хорошие люди, как мы, допустим. Пусть мы в корове. Какие паблик-мены, блядь. Никогда старый. Не жил в корове, блядь. Ну там мы не, поп-стары могут. Там мы поп-стары. Поп-стары. А паблик. А эти просто паб-мены. Я засек легкую бронемашину противника. Точно к западу от вашего местоположения. Пабличинки. Пабличинки. Кстати, а ты помнишь, этот Рэйч начинал стримить, типа, этот Россия-Швеция? Ну, мы... К
западу от вашей позиции. Ты смотрел, нет? Противника. Ну, я просто зашел на стрим, и я так понял из того, что там было, он, типа, там кто-то, короче, заднюю дал, и они не сыграли. Я захожу, как бы Рейдж говорит, ну, блин, так некрасиво получилось, типа, там они заднюю дали, и все, я закончил стрим. А кто дали? А я не знаю, я не понял из этого разговора. Мне показалось, что наш. Поладили какие-то. Я знаю, кого не хватает, ё-моё. Руки мне не хватает по работе. Пассивки, классно. Это была ТВ, это была ТВ. Да я понял, что это была ТВ. А, почему пассивки? Ну, мне показалось, там просто была наводка с лодки, типа, и потом летела всякая какая-то хрень и попала. Я думал, это ТВ бакс. Охуенно. Я не туда подрочил, но, блядь, я так... Так с Вовой нормально же все было. Так Вовы тут надо один. Надо. Ну, возможно, да. Давай потом трогай себе. Паутин убил. Лучше другую карту. Паутин убил. Да, Паутин убил. Лодка под нами. Лодка под нами. Так они. Надо не Шанхай, надо что-нибудь другое.
Здрасте. Я не успел поменять. Ну окей, отряд сделай так. Сейчас давай встретим жестко, да? И потом покатаем активней. Только у меня лагает что-то жестко. Один это слева. Правда, один слева наверху, один справа. Наблюдаю самолет противника! Он дроп. Атаковать эту цель! Осторожно! Вижу вражеского пулеметчика! Прием! Это наша цель! Да, я понял. Она под контролем, цель Альфа! Она вон дальше стоит. Наблюдаю вражеский танк! Наблюдаю танк противника! Обнаружил вражеский танк! Было, да, но нет. Поставь флэ... Ой, поставь яйцы. Рэп, я понял, да. Это рэпчик. Отлично. Отличное начало раунда. Грязные-грязные чуваки. Я зум поставлю. Угу. Вот тут бы сейчас вместо Йома Гулю этого Оманского залива лучше бы канал добавили. Настоящий канал, а не высер. Драгон Вэлли. Ну, каналы такое себе, не знаю. Мне каналы вкатывало только как пехотка и все. Не, как вертолетная карта вполне хорошая. То есть слушайте, один цель права нейтрализована. Да. Не, ну в принципе да, но там как-то слишком много мест, где можно фармить, по-моему, там. Карта сама по себе маленькая, и у нее там просто. И еще там, допустим, в тройке, по крайней мере, большой плюс для хели этого американского, то что может быть дрейки просто лететь на пал. У тебя там стало здесь нет. Хотя вот это настоящий дисбаланс. С другой стороны, если у Америки нет никакого вертолета, ну и джета, то... Вижу истребитель противника, прием! Приказываю защищать эту цель. Обнаружил танк противника. Вот так. С этой хренью меня первый раз убивают за все мои 1500 часов. Меня с этой хренью убили первый раз. Вот, серьезно, ни разу меня не убивали с нее. А у него было больше, там у него где-то процентов... Ну, у него процентов 60 где-то хп было. То есть я тебя спрашиваю, хит или нет позения, а ты нет, не отвечаешь. Я спросил, первый, я сказал, первый раз был хит, в втором я промазал.
Алло, меня слышно, нет? Да. О, все. Я сказал, первый раз был хит, я сказал хит. Я просто не могу громко сильно разговаривать. Да, я понял, но я просто не слышал. У меня, видимо, VIP залагал из-за интернета, и мне... Ну, я даже не услышал, что ты сказал. Почему VIP работает, а тусовка не работает? Да VIP так работает, что... Считай, не работает. Просто третий смывал, конечно. Ай. Круто. Мы хрэкнули. Очень хорошо. Обнаружил вражескую птичку! Долбоёб. Ну там у нас дроп на этот... На хрень. Он самоубийство сделал зачем? Он резнулся и сделал самоубийство. Ну, блядь, долбоёб, говорю же. Внимание, самолет противника! Нагреешься? Там один дроп был на гору. Не знаю, убили его или нет. Я слушаю пищание твоего, Стингер. Он лочит. Да, я в этот мах попал. У нас под контролем цель, Браво! Кто, блядь, что он, блядь, делал? Он сейчас режет. Он нет, не врезал, все пал. Это новый способ. Вот это самое гениальное. Взлетная полоса для лохов, надо. Труп пацаны взлетают по горе. Че такое вертолет? Where is my heli, Лебовски? Атаковать эту цель немедленно! Тут нет. Да тут все нормально. Все нормально, работает. Давай. Охранять эту цель. Тоже. Вижу вражескую птичку. Да, я их не видел. Приказываю атаковать эту цель. Разбил? Обнаружил самолет противника! Не важно. Ой, этот чувак сел. Это наша цель! Он решил паузу. Так он на нашем дискуссии. Бойцы, атаковать эту цель! Я думал, он на третьем дискуссии. Нет, этот куб сел. И его стрелил Джек. Я понял, блядь. Охраняйте эту цель! Джетман. Обнаружил
я мам, почему? Да забей. Спасибо, братишка! Ищи стингера. Чего ты? Я заметил пулеметчика. Точно на восток от вашей позиции. Нет, не танк. Обнаружил танк противника. Тейк-флаг. Попадает танк. Нашел. Мало еще. Бойцы, охранять эту цель. Третий вам же убил, не? Атаковать эту цель. Тех троих там, двоих убил, ё-мо, и одного там. Вот наша цель. Ой, классная игра. Классная комьюнити. Губ или не губ? Да, он же вроде на зенитке стоит. Уже губы. А, это не наша зенитка была, лол. Окей, я понял. Значит, он, скорее всего. Я не знаю, кто на нашей зенитке. Кто на их зенитке, я не знаю. Наша зенитка вот сейчас тут взяли. Ну, я знаю, кто там. Там какой-то другой офис. Ну, а там мы наши еще одну зенитку взяли. Их. Да я знаю, ё-мать. Ну вот я не знаю, кто. Губ убивал Славада. Губ убивал Славада. Ну, значит, это он. А у них Тунгуска. Блять, зарамил, мразь. Ублюдок, нахуй. Блять, за люди, нахуй. Чистая. Это вы направо. Вижу самолет противника. Прием. Он далеко очень. Хеликоптер вообще прикольно. Надо хеликоптер занять. Квадрат, квадрат! Стань!
противника. Ладно, ей тут положено. Атаковать эту цель немедленно. Ну, блядь, танк-то тут чё забыл. Обнаружил самолет врага. Это... Ты не зарегал? Не зарегал? Сейчас по упору не регать. Как будто... О, смотри, видишь, Фали едет. Да, я вижу. Фали. Стоп, чё он тут делал? Это 5. Значит, где-то он рядом. Только что видел джет сейчас. Внимание! Это кивки по одиннадцати, серьезно. Да, он просто. Бойцы, атаковать эту цель! Ага, 72 вертолет. Обнаружил танк противника. Он 30. Солдаты, атаковать эту цель! Блин, хорош. Потом такие, как он, кричат: а, ваншот, и он убивает ваншотами, баним, да.
засек вражеский крейсер точно к востоку от вашей позиции. Мы только что потеряли цель Альфа. Так вот. Стуки, короче, базы взял где-то встали. Один раз моего ганна мне еще похоже, да, мне кто-то просто положил ганна. Что-то не поменялось. Что-то не поменялось. Обнаружил вражескую птичку. Не поменял. Ну, он сел сам. Не тут и... Нет, мне кто-то колонил ганна, сел ганна. Приказываю атаковать эту цель. Я, короче, пойду. Меня уже не ждет вообще, похоже. Да ладно. Батла себя изжила. Для меня. По всем? Ну, я не знаю. Мне надо эконом-теорию сделать еще. Ну, ладно. Я тебе что хотел сказать, да? Ну, так пока вот, можешь попадать. Один раз он, получается, ганнер его подкоцал, да? Я его нурсами сбил. А второй, короче, джет, ну, знаешь, потолки застревает, я... Знаешь, так аккуратненько наклоняюсь, ну, да, и начинаю его просто нурсами, все нурсы просто в него. Вообще, знаешь, такой язычный. Угадайте, кто косой. Да. Противника! О, чувака ваншотнули, там бы это лава. В смысле? Может, он был хитованный? Но он на минах стоял. Он на минах стоял. Просто. Это жестко. Оп, я тебя видел. Два пидора. Иди сюда, давай. Я вас, блядь, видел. Убил этого чувака. Обнаружил солдата противника! Вижу вражеского пулеметчика к востоку от вас! Обнаружен вражеский вертолет! Давай, пойду я.